Вот в таком замечательном уютном месте мы обедаем свой первый завтрак и обед в Израиле. На святой обетованной земле Николай угощает нас заморскими израильскими обетованными продуктами. Вот и рыбка, и авокадо, и огурчики. А вот сам пастор Николай. Самые простые. Вот моя жена еще придет, она да. будет угощать. А я что, да. мужчина, как смог. Замечательно, очень вкусно вообще. Итак, это первый наш пир на Святой Земле, и мы благодарим Господа и благодарим Николая и его жену Аню, то, что они пригласили нас. Это просто замечательные, невероятные первые минуты, и уже просто в восторге, радости, и хочется славить и благодарить Господа. И мы сейчас куда-то поедем, там в пустыню, на место, где там Давид сражался с Голиафом, и будем благодарить Господа и славить его за победу, потому что Господь вчера, сегодня, вовеки тот же. Аминь.